Потому что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Александр Степанович – военный авиатор. Ему 93. На фронт ушел в 17. И до сих пор историю войны в воздухе рассказывает с замиранием сердца. Летал, два раза падал. Я авиатором готовил самолеты, а они улетали, прилетали. Я бомбу вешал там все. А потом я уже на борт, на самолете. Все эти истории наизусть знают и адлерские школьники. Александр Степанович Выговский там вел кружки авиамоделирования. Говорит, современная молодежь патриотична и тоже готова выполнить свой долг перед Родиной. Сегодня ветеран Великой Отечественной на заслуженном отдыхе. И тем не менее, всегда на виду. Делится не только воспоминаниями, но и жизненным опытом. К сожалению, их остается все меньше и меньше. И, конечно, хочется уделить все больше внимания. Хотя наши ветераны, у них потрясающее чувство юмора. Жизнь, знаете, жажда жизни. И когда ты смотришь в их добрые глаза и слушаешь мудрые советы, хочется созидать и, естественно, творить добро. Вот я хочу, чтобы Новый год, он, конечно, был под эгидой «Твори добро». Здесь же собрались общественники Адлерского района, местный ТОС, члены различных ветеранских организаций. Анжела Альбертовна – это тот депутат, который с нами постоянно общается. Не только в какие-то знаковые события, праздничные дни, но и в повседневной работе. Мы очень много сделали, обследовали, в первую очередь, всех ветеранов Великой Отечественной войны. В этой части Анжела Альбертовна помогала нам технически, помогала организовывать встречи, оказывала благотворительную помощь персональным ветеранам. Новогодние праздники – очередной повод сказать слова благодарности за профессиональный опыт, преданность делу. А в новом году ожидается не меньше совместных проектов, которые общественники уже сегодня обсудили с депутатом. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.